Привет, друзья! Вы на канале «Русская дымка». Как видите, в наших суровых кировских краях наступила такая погода, что мне пришлось снова залезть в свою любимую зимнюю кофту с Дедом Морозом. Так что, вероятно, зима близка. Ну а сегодня у меня экспериментальный ролик. Все знают, все помнят о том, что мы выпустили аппарат Vane 5, сердцем которого является вот такой вот узел отбора, управляемый по пару. Также после того, как мы выпустили целиком аппарат, мы выпустили комплектации отдельно узла отбора с доохладителем, и последним вышел узел отбора без доохладителя. Соответственно, сегодня у меня экспериментальный ролик. Я хочу расчехлить свой старый добрый Vane 4, взять вот этот вот узел отбора без доохладителя и провести на всем на этом вторую дробную перегонку. Я хочу проверить, будет ли достаточно дефлегматора от нашей классики, от Vane 4, если ее использовать в качестве доохладителя, ну а в качестве основного охладителя использовать холодильник. Ну, с этим понятно, я думаю, с этим все хватит. Но вот мне интересно, дефлегматор в роли доохладителя справится или нет. Поэтому сегодня с утра я уже сделал первую перегонку. У меня было 30 литров сахарной браги. Сделал перегонку на тене. Видите, у меня на досочке бак стоит. Остался очень доволен. Больше всего в тене мне нравится на данный момент. Не так давно я начал работать с тенами. Больше всего в тене мне нравится по сравнению с индукционной плитой то, что его не приходится каждые 2 часа перещелкивать, передергивать, чтобы он не выключился. Нет у него никакого тайм-аута, так что я включил, ушел, пришел, удивился. У меня практически закончился погон. Закончил я погон на крепости 5 градусов в струе. Поэтому я беру сейчас спирт-срез и собираю колонну в том режиме, как я описал. Сейчас соберу, покажу, расскажу. Ну что ж, собрал, поставил разогревать. А пока разогревается, расскажу, что собрал. У меня 20-литровый куб, там спирт-срез, царга, в ней насыпана СПНК, я хочу максимальную крепость получить. Дальше узел отбора. После крана узла отбора я поставил переход вниз и дефлегматор от Vane 4. Он будет у нас охлаждать тот пар, который будем собирать на отбор. Ну и наверху, соответственно, поворот. И основной холодильник от Vane 4. Он будет выполнять основную работу по охлаждению. Отсюда флегма будет возвращаться вниз в царгу. Поэтому сейчас я жду, когда это все разогреется. И дам колонне поработать на себя. Ну и как традиционно приступлю к отбору голов. Пока ждем разогрева. Ну что ж, колонна прогрелась, на себя поработала. И по этому поводу имею право открыть кран и начать настраивать отбор голов. Головы настроились, естественно, стекают они нормальной температуры, холодные, поэтому отбираю головы, и дальше будет интересно, то есть сможем ли мы обеспечить охлаждением дефлегматором должную скорость отбора тела. Ну, на такой колонии, я думаю, около литра в час. Ну, а пока подождем, пока головы отберутся. Ну что ж, должное количество голов отобралось, я понюхал то, что сейчас идет. Пахнет вполне прилично, поэтому пришло время убрать головы, подставить новую тару, настроить правильный режим отбора, что-то около литра в час, и посмотреть. Должен получиться холодный результат комнатной температуры, и это будет значить, что наш дефлегматор в качестве доохладителя справляется. Давайте пробуем так и сделать. Головы я убираю. И начинаю настраивать отбор. Ну что ж, должную скорость отбора я настроил, и смею вам доложить, все в порядке. То есть дефлегматор в качестве доохладителя вполне себе справляется, и остается только дождаться конца отбора и насладиться полученным результатом. Так что еще раз рекомендую узел отбора для дооборудования классических бражных колонн Vane 3, Vane 4 можно брать, собирать вот в такой вот конфигурации, как я сейчас показал, и наслаждаться новыми технологиями. Вы на канале «Русская дымка». Цените натуральное.